Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Трансформеры, приключения на Кибертроне. Мы продолжаем кампанию автоботов, уровень сложности нормальный. И глава у нас за эра рейда, ядро. Ну что, давайте глянем, что там у нас. Стриптиконом выше и распространением темного энергона ниже, Оптимус вынужден принять решение. Они должны атаковать сейчас, отключить питание Триптикона, прежде чем они останутся без убежища. Здорово. Давайте продолжим. Айронхайд, я на месте согласно твоим координатам. Хорошо, тебя не должны обнаружить. Поищи что-нибудь на поверхности. Ты уверен, что это то место? Сканирование говорит, что да. Вот этого я и боялся. И полетел куда-то. Надеюсь, мне там будут очень рады. Здорово. Вот мы уже теперь играем за автобота, который умеет летать. Тебе нужно быть там внизу поаккуратнее, Рейд. Там не должно быть чего-нибудь опасного. Но будь все равно наготове. А, Айронхайд, да ладно. Я летал еще до того, прежде чем ты узнал. Обалдеть, короче, тут управление теперь на оружии как бы сделано. Хотя, в принципе, и езда также была. Так, чтобы стрелять. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Похоже, что поблизости патрулирует отряд десептиконов. Не хочешь проверить систему наведения? Да без проблем. Во, короче, стреляем ракетами, ракетами стреляем. Либо ты, либо я. Определенно не я. О, ой, ой. Давай, 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 давай. Наводись, наводись. Ха-ха, другое дело, да, сразу? Вот это интересно. Ускорение что-то как-то не работает здесь, я вижу. Во, какая-то галага прямо. Ей-богу. О, есть. Там скоро будет энергоновый мост. Будет непросто. Черт. Черт. Аккуратно, летать здесь, конечно. Ух ты, ё-моё, какая подлянка-то вниз. Десептиконы просто повсюду. Я должен как можно скорее пробраться туда. Можешь делать с ними что хочешь, но не забудь спуститься ниже. Я знаю. Энергоновый мост. Первое, что тебе надо сделать, добраться до терминала охраны. Аккуратнее. Он может довольно хорошо охраняться. Здорово. Ах, черт. Почему здесь так много защиты внизу? Короче, с лазером разобраться надо. Погодите, что у нас вообще умеется на вооружении? Пушка, снайперская винтовка. Так, тут нужна снайперская винтовка. Иначе никак, блин, подлагивать начало. Пау! Скрылись. Скрылись аккуратненько. Пау! Абсолютно никто и не узнает, что я здесь. Здорово. Двигаем, двигаем. Что у нас тут? Место выглядит как лабиринт. А, ладно, я найду правильный путь рано или поздно. Погнали. Они никогда и не узнают, кто стрелял. Так, тихо. Лазер. Аккуратно. Есть. Все. Здорово. Типичная тактика десептиконов. Оставили без охраны. Это ты так думаешь, автобот? А, зараза. Куда это ты направляешься, автобот? Черт, стреляй. У него, кстати, пушка такая же, как у этого вроде, у Айронхайда. Давай, стреляй. Блин, они скрываются? Ребята стали более продуманными. Я должен пробиться к энергоновому мосту. Во, давай сюда, есть. Зараза. Есть. Готов. Все. Чуть не замочили. Обалдеть просто. Пристрелите автобота сейчас же! Убирайся оттуда, Рейд! Все, полетели! Здорово! Прямо как в сказке!
улетаем отсюда. Блин, да чтоб тебя! Ты не уйдешь так легко, автобот! Эти десептиконы просто повсюду! Замечательно. Главное не попадать под удар. Давай немедли, Рейд. Просто улетай оттуда. Аккуратно. Во, проскочили. Где летим? Хорошо, кажется, я от них удрал. Где летим, хрен его знает. Черт. Давай пролетай. Там практически все испорчено темным энергоном. Осторожнее там, постарайся не вляпаться во все это. Что это за звук? Угу. Что-то странно здесь как-то. А это что еще за твари? Эти создания имеют дело с темным энергоном. Постарайся расчистить путь. Здорово. Короче, пулемет лучше брать здесь, походу. О, давай. Возможно, здесь ниже. Давай, стреляй, стреляй в этих. Во! Отлично. Ладно, хоть слоумо есть. Эти останки! Меня эти твари уже достали! Все. Блин, да сколько их здесь, а? Обалдеть! Какой-то улогово здесь, походу. Так. Он смотрит на меня, Айронхайд. Он смотрит на тебя так, будто хочет убить тебя. Продолжай двигаться. Здорово. Погнали. Опа-на. Слушайте, походу... Походу эти ребята на нас согрелись. Есть, 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 есть! Слушайте, пулемет классный вообще у него. У Эрейда пулемет обалденный. Да сколько ж вас тут? Давай, 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 вали их всех. Да когда они отстанут? Есть, 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 есть! Во! Все. Нормально. Я сваливаю отсюда. Эй, Рейд, ты слышишь меня? Ты в порядке? Последний раз я следовал твоим указаниям. Что ты хотел этим сказать? Ты уже рядом с охранной системой. Херася. Что? Откуда он взялся? Меня не волнует. Я хочу его голову. Я вас не напугал? Черт. А вот и охранный терминал. Ну давайте отрубим. Аккуратно. Все атакуйте автобота. Ёлки-палки. Валим их. Снайпера! Есть. Вы не очень хороши для данной работы. Отлично. Куда теперь? Куда двигаем-то? Давай, давай, стреляй, стреляй! О! Ну! Есть. Есть. Есть, отлично. Это похоже на страшно поставленный спектакль, знаете ли. Здоровье восстановить. Надо здоровье восстанавливать, иначе все худо закончится и плохо. Во. Есть. Здорово. Обалдеть. Дальше-то куда двигать-то? Отличная работа. А теперь займись лично энергоновым мостом. Ага, ой, идут, идут, идут. Остановите автобота, не позвольте ему сбежать. Просто попытайтесь остановить меня. Ну, перезаряжайся ты быстрее. Как же она долго-то перезаряжается, снайперская винтовка-то. Во, все, готово. Вот это другое дело. Ух ты, блин, зараза. Ладно, придется в ближку. Давай, стреляй. Вот так вот. И этого сюда же. Что-то он как-то сел так, знаете ли, в наглую, совсем обнаглел. Сидит такой, стреляет, засранец. Рядом место для побега, выбирайся оттуда. Взять его, не дайте ему уйти. Уходим, уходим. Уносим ноги отсюда. А теперь двигайся согласно данному направлению. Будь бдителен, Рейд. Я засек нечто довольно необычное там. Что, еще эти твари? Нет. Что-то побольше. Обалдеть, здесь черт знает что творится. Ох ты. Слушайте, слоумо сейчас вообще здесь в тему прямо просто. Быстрее приземляйся на этот участок. Так, что? А, сюда, 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 сюда. Рули, рули. Господи, я думал, сейчас срежемся. Что такое? Тишина такая. Во имя Праймуса. Вот поэтому сюда никто и не ходит.
Эти создания очень опасны. Не приближайся к ним. Обалдеть. Опять эти твари? Валим, валим, валим их. Достали они уже. Все. Да сколько ж вас тут? Куда это ты собрался? Сколько ж вас тут этих ребят-то? Этот путь ведет прямо к Энергоновому мосту. А что делать с ними? Просто проберись на другую сторону. Так, используйте... Ага, ракетные эти наиболее эффективные. Во. Темный Энергон очень опасен, Эйрейд. Будь осторожен. Это создание почти меня отключило. Блин, чуть меня не вырубило нафиг. Есть, есть, есть. Понятно. Вот так ты хочешь поиграть, да? Давай, 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 давай. Во. Черт. Жесть какая, а? Ну, где он? Я Мегами, ты где? Есть. Стреляй ты, ёб твою, налево. Чё ж он не наводится так нормально? Боже. А, превосходно. У него есть друг. Обалдеть, только второго нам не хватало. Ух ты, жесть ты какая. Здоровье-то как уходит моментально, а? Есть, 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 почти забил его. Давай, 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 давай. Ой, это тихо, 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 укройся, укройся. Что-то, блин, лава то поднимается, то опускается. Есть, одного убили, замечательно, замечательно. А, как теперь себя чувствуешь, а? Нравится? Все, уходим отсюда. Достали они меня. Опять эти. Пулемет. Вот так, Эйрейд. Ты уже почти там. Здорово. Хоть это радует. Вот оно. Энергоновый мост прямо вон там. Ломай. Что я тебе скажу? Тихо. О, да. Похоже, это то самое место. Это автобот. Включи тревогу. Блин, косяк какой. Десептиконы, мы должны удерживать эти позиции. Мы не можем подвести лорда Мегатрона. Ага, лорд Мегатрон никогда не узнает, что здесь случилось. Никто не уцелеет, кроме меня. Отлично. Ломаем, ломаем, все уничтожаем. Есть, 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 есть. Защищать мост любой ценой. Так. Отлично. Ух ты, зараза, а. Попал ты как, плечо отстреливай ему. Башку! Во! Снайпер! Здорово! И еще один. Замечательно. Все. Ёб твою налево! Танк прибыл! Я сокрушу тебя! Ты будешь первый, кто попытается. Я оторву тебе ноги! Тихо, 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 тихо. Вот. Сейчас я тебе покажу, что случится далее. Ага, пушку надо брать. Тихо, 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 тихо. Во, отлично, сняли этих. Замечательно, теперь давайте с танком разберемся. Что-то он какой-то жесткий. Давайте его ракетницей долбанем. Во. Ой, еще раз. Он опять свою эту стреляет. Вы гляньте, у него ствол вообще практически все сносит за раз. Во. Все, он уже искрится. Ну, слава богу. Давай еще раз. Ракетница вообще вещь. Все, укрылись. Давай, 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 давай. Есть. Все, загнулся гнида. Слава богу. Что теперь? Вон терминал, терминал, к нему беги. Во. Что-то опять сегодня, слава богу, будет, чувствую я. Есть. Ого, отрубили. Эйрейд Оптимусу, я сделал это. Миссия выполнена. Хорошая работа, Эйрейд. Теперь вернись на базу. Мы должны начать подготовку. Здоровски, значит, он хорошо справился со своим заданием. Ну, молодец.
По всей видимости, наверное, первый автобот, который замечательно выполнил свое задание, потому что двое предыдущих у нас, Бамблби и Айрон Хайт, чуть не сдохли, ё-моё, пока выполняли свою задачу, а Эйрейд сделал все, как говорится, без шума практически и пыли. И безупречно справился. Молодец, ничего не скажешь, звания мне нового не дали, к сожалению, ну и ладно. Мы, по крайней мере, разблокировали данный уровень в режиме вызова. Замечательно. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение по другим играм, связанных с трансформерами, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.